затем Лихтенштейну. Спасибо, госпожа председатель, уважаемые участники. Вчера в Таджикистане отметили 27-летие государственной независимости. За все эти годы наша страна активно сотрудничает с ОБСЕ и такими ее институтами, как БДИПЧ. Мы придаем важное значение нашему взаимодействию по человеческому измерению, в рамках которого в Таджикистане были реализованы различные проекты. Одним из важных результатов нашего сотрудничества с ОБСЕ считаем успешное проведение в мае этого года в Душанбе международной конференции высокого уровня по вопросам совместной борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом. Наше сотрудничество с ОБСЕ и ее институтами является свидетельством того, что Таджикистан был и остается верен своим обязательствам в рамках общей борьбы за укрепление мира и безопасности, защиты прав и свобод человека. Уважаемые участники, картина быстро меняющегося современного мира свидетельствует о расширении деятельности международного терроризма и экстремизма, активизации радикальных элементов, привлечении молодежи в ряды экстремистских и террористических организаций. Имеющиеся проблемы усугубляются и тем, что нередко в оценке деятельности и цели отдельных террористических групп превалируют интересы тех или иных сил, в результате чего террористы делятся на хороших и плохих, а под ширмой защиты прав человека к ним применяются двойные стандарты. Таджикистан всегда выступал и выступает за активное участие гражданского общества на совещаниях по человеческому измерению, однако считает недопустимым участие политических партий и движений, обвиненных в государствах ОБСЕ, за совершение тяжких преступлений и террористических актов, за проповедование идеологии насилия и нетерпимости. Ярким примером таких партий является террористическая экстремистская организация «Партия Исламского Возрождения», причастность которой к террористической деятельности в Таджикистане подтверждена многочисленными доказательствами и свидетельствами, и которая пользуется трибуной БДИПЧ для продвижения своих целей. Нынешние правила процедуры БДИПЧ по участию гражданского общества на заседаниях по человеческому измерению не отвечают реалиям сегодняшнего дня. В этой связи считаем своевременным инициативу итальянского председательства по созданию неформальной рабочей группы для нахождения взаимоприемлемых путей по имплементации соответствующей статьи Хельсинкского заключительного акта. Считаем, что трибуна ОБСЕ и БДИПЧ должна быть использована для укрепления сотрудничества между государствами для формирования толерантности и содействия защиты прав человека, а также упрочения единства в общей борьбе с глобальными вызовами и угрозами. Спасибо за внимание. Thank you.